Привет, друзья! Вот и пришло время для самого популярного и распространенного крема, но почему-то в этом креме зачастую очень много вопросов и ошибок, которые вы совершаете и спрашиваете у меня в комментариях к рецепту самого тортика. Я покажу самый идеальный рецепт крема для тортика Наполеон. Здесь количество укажу на тортик диаметром 26-28 сантиметров. Это довольно такой крупненький круглый торт. С этим кремом торт получается очень пропитанный, очень сочный, при этом не слишком жирный, не приторный, просто идеальный вариант. Для начала 1,5 литра молока я буду использовать, добавляю к нему сахар и ванильный сахар, отправляю до закипания. И затем делаю пудинговую массу из 200 оставшихся грамм молока, добавляю к нему яйца, либо можно использовать только желтки, и буду использовать смесь крахмала и муки, так еще делаю. Делала моя мама, ее мама. В общем, можно сделать чисто на крахмале, можно сделать чисто на муке, но я обычно использую вот так вот смесь. Эту смесь пудинговую нужно хорошенечко перемешать до полной однородности, получится вот такая вот однородная полностью масса. И как раз тем временем у нас уже закипело молоко, сладкое которое. Тоненькой струйкой вливаем пудинговую массу, постоянно венчиком помешиваем. И варим эту массу до закипания, до появления таких красивых пузыриков. Сейчас покажу. Масса начинает парить. И затем на ней появляются снизу вот такие вот прям такие пузырики, как на вулкане. Вот такие вот пузырики, посмотрите. Буквально минутку с этими пузыриками тоже помешивая мы варим, чтобы хорошо проварилась мука и крахмал. Выключаем конфорки. И кладу сюда кусочек замороженного масла. Можно добавить сюда 200-300 грамм масла. Почему кладу замороженное? Чтобы сразу эта масса у нас немножечко остудилась, собственно, чтобы быстрее наш крем остыл. И пока я буду печь коржи, он полностью остынет и можно будет сразу перемазывать. После того, как масло растворилось, укрываю пленочкой в стык и ставлю в прохладное место для того, чтобы крем полностью остыл. И получается вот такой вот красивенный, однородный, не слишком густой, не слишком жирный, не приторный, а мягкий и прекрасно будет пропитывать ваш тортик крем. Затем равномерно нужно будет просто переложить коржи, можно добавить какую-то начинку. Тут еще этого крема достаточно будет для того, чтобы обмазать тортик вокруг и обсыпать его крошкой. Получается нереально вкусно, это самый простой и самый нужный рецепт, и он всегда вам пригодится, обязательно сохраняйте в закладках. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья, до новых встреч, пока-пока!